Так, вот он вылезает, наш Юпитер. Одиннадцатое июня 2019 год, Харьков, 21:46 по Киеву. Да, все равно четкости абсолютно нет. Казалось бы, небо сегодня яснее, чем вчера, в момент противостояния. Но абсолютной чистоты все равно нет. Даже, по-моему, хуже, чем вчера. Может, это еще низко над горизонтом, Юпитер, конечно. Галилеевых спутников практически не видно. Да, дымка это все портит. На ближайшем расстоянии Юпитер к Земле за год не дает нам погодка до конца этому порадоваться и насладиться зрелищем. Ну, посмотрим хоть на Луну. Забрался я уже аж за окружную. Думал, может, от Харькова, от индустриальных районов дымка идет. Смог, выхлопные газы. Нет, даже здесь, в полях. Не ту гусь. Ну хорошо, хоть ветер подутих. Чуть-чуть колебает камеру, но полчаса назад было просто шквальное порыво. А сейчас даже комаров не сдувает. Хотя ты, ух ты. А что это у нас такое пролетело? Ничего б себе! Вот это был интересный кадр. Надо будет на большом экране посмотреть. Удачно я навелся. Красиво, зараза. Что тут скажешь? Ну, это была мошка, это очевидно. Что то так плавненько продефилировало. Это будем дома рассматривать. Луна просто красавица, сколько же на ней шрамов. От этих метеоров, астероидов,
Метеоры не могут быть, да, метеоры могут быть только в атмосфере, по-моему. Это астероиды, да. На Луне сгорать не в чем астероида. Не, ну Луна, по-моему, довольно классно четко видна. Она как раз высоко в небе, этой дымки меньше на нее попадает. А Юпитер еще над горизонтом. Ну ладно. Чуть попозже снимем еще. .22 по Киеву в Харькове 11 июня. .2019 года. Вон он наш Харьков. Вон он наш закат. А Марса я почему-то не вижу. Наверное, все-таки очень плотная дымка. Ну ладно.